как это неприятно, она идет за мной. Блин! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть во FNAF Security Breach. Нам нужно с вами... Стоп, где мы находимся? Где мы находимся, какая у нас задача? Наша задача. Задача попасть в детский сад с помощью соответствующего билета. Соответствующий билет у нас есть. А, значит, мы проходим в детский сад. Он выглядит как нельзя криповее. Грегори, у меня не получается до тебя добраться. Посмотри на пульте охраны в детсаду. Там должен быть пропуск. И впусти меня. Вот здесь, да, я так понимаю? Или нет? Или не сюда? Вау! Мне надо еще пройти, получается. Слушай, тут все криповое. Очень хреново выглядит. Вот это страшно выглядит. Лаги страшно выглядят. Я тут, перед тем, как запустить игру, скачал еще, если не ошибаюсь, 70 гигов обновления в этой игре. То есть что-то попатчили, пофиксили. Оп! Прикольно. Вот это прикольно выглядит. Так, а прыгать-то я не могу ведь здесь, да? Вау. Хоу, хоу, хоу! Что это за новая хрень? Нет. Так, мы можем сесть, спрятаться в шариках. А можем идти просто. Нам лучше пока что идти... А! Новый друг, что тебе не спится? У нас пижамная вечеринка? Где твои друзья? Мы можем рисовать пальцами, рассказывать истории, бить фац, шипучку, пока наши головы не взорвутся. Есть только одно правило. Не гасить свет. Не гасить свет. И что ты от меня хочешь? Он всегда будет смотреть на меня? Блин, прикольный. Эй, ну как тебе, весело, а? 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 Блин, он будет все время меня хватать. Хорошо, он хотя бы меня не убивает. Что-то я должен придумать. Что? Отвлечь. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Так, взять пропуск охраны пульт, с пульта охраны. Хорошо, где пропуск? Во-первых, мы можем сохраниться здесь. Вон он. Блин, он шутки. Вот мне он прям не нравится. Новый друг, эта область закрыта для посетителей. Ты вступаешь в не... Ты впутаешь нас в неприятности. Да, записать. Не хочешь остаться на кукольный спектакль? У меня есть клей с блестками. Тебе нравится клей с блестками? Он сюда зайдет? Погодите, вот. Вот. Мне кажется, это нужно. Он меня не видит пока что. Типа я должен обязательно встать. Пропуска охраны. Позволяет открывать пронумерованные защитные двери. Общий уровень допуска игрока отображается на часах фаз. Хорошо. Так, все. Тихо. Вы взяли или нет? Что? Нет, зачем ты это сделал? Включить свет! Включить свет! Я предупреждал тебя! Я предупреждал! Кажется, теперь он захочет меня убить. Дрянной мальчишка. Ты уже должен спать. Тебя нужно наказать. Баиньки. Пропуск у нас есть. Григорий, я не знаю, что ты сделал, но в детском саду погас свет. Ты должен найти аварийные запасные генераторы и включить их. Они находятся в игровом комплексе. Я так понимаю, это они. Так, я взял фонарик и... Удерживайте, чтобы закрыть инструкцию. Я удерживаю. Стоп, зарядить. Фонарик заряжен. Ты должен уже спать. Это же луна, блин! Это луна, ребят, вы понимаете, что это значит? Она добралась до меня в этой игре. Нужно найти всех плохих детишек. Как это неприятно, она идет за мной. Прячься сколько хочешь, я понимаю. Погодите. Плохие детишки должны быть наказаны. Сегодня ночью будут наказаны. Все плохие детишки будут наказаны. Можно залезть, нет? А.
Мне нельзя выключать фонарик, он мне нужен. А, вот генератор. Включено. Идем, идем вдоль провода, я понял. Тихо. Что это? Провод куда-то уходит вот сюда. Куда-то идет. Мне нужно зарядить мой фонарик или нет? Или... Да, нет, не вспомни, что-то фига. Так, кнопку нельзя нажать. Зарядим потом. Ах ты, сволочь. Вон он. Блин, он прям летает. Значит, идем вот сюда. Мы можем пройти? Не можем. Да ты встанешь или нет? Господи. Какое здесь кривое управление. Я не могу контролировать, когда я бегу, когда нет. Потому что мне приходится, блин, отпускать, прожимать клавиши дополнительно. Черт. Сейчас, погодите. Мне надо понять, куда мне идти. Оказывается, сюда вот я не могу забраться. А, теперь могу. Это что за говно происходит? Вот сюда. Кто оставил генераторы на детской площадке? Кто додумался? Кто этот гений? Есть. Сколько их надо включить? 5. Я могу пролезть? Я могу пролезть. И мне кажется, здесь я в безопасности. Так, у меня еще 3 деления. Так, осторожней. Давайте, чтобы не оказаться в дурной... А, понятно. Тогда, чтобы не оказаться в еще более дурной ситуации, зарядим фонарик. Где он? Где тут урод? Вон он! Смотрите, мы шли вот сюда. Давайте попробуем вот сюда пойти, что ли, может быть? Мы не можем... Стоп, или мы здесь ходили? А, мы уже были здесь. Нам нужно вот сюда куда-то пойти по-любому. Проход вот. Отлично, здесь можно про... А, это нет. Это не то. Это не то. Мы идем вот здесь, идем правильно. Провод нам подсказывает, что нам нужно наверх. Наверх это вот сюда. Нужно пролезть вот здесь. Он ведь здесь меня не тронет? Пожалуйста, скажите мне. Стоп! Блин, фу. Еще один генератор найден. Есть! Да будет свет. Может быть, сюда пойти? Блин, тупик. Тупик, лабиринт. Он сюда не придет. Не придет он сюда. А это куда ведет? Это куда-то наверх ведет. Мы можем пойти? Мы можем. А, это пришло, перевело нас сюда. Извиняюсь. Вот сюда можно пойти. Куда же еще? Куда же, блин, еще? Может быть, куда-то вот сюда? Ой, опасно. Ой, здесь опасно. Знаете, мне кажется, я выдумываю что-то, и мне нужно просто идти вдоль проводов. Сейчас. Давайте попробуем найти еще один провод. Что у нас там? 3 деления еще, все еще. Отсюда мы вылезти не можем. Получается, мы можем спринтить, даже когда на картышах. Вот, мы здесь. Мы можем здесь пройти? О, смотрите, смотрите. Чух-чух-чух-чух-чух. Нам нужно пройти, как-то проникнуть внутрь. Сдается мне, это делается как-то так. The children must be punished.
Блин! Я слишком не ожидал его появления там. Неужели мне все заново придется делать? Неужели все заново? Ну, конечно же, все заново. Да, все заново. Вот он, смотрите. Он меня видит? Да, он меня видит, но он не может меня взять никак здесь. Ведь он не зайдет тут? Погодите. Он не зайдет здесь. Так, я нашел еще один генератор. Это уже третий. А третий... О! Еще один вот там находится. Так, смотрите. От него идет... О, блин. О! О! Тихо! Ну. Он идет сюда. Заходим. Жуть! Где этот упырь? Он заглючил. Бывает. Так, а мы тем временем продолжаем куда-то идти, что-то искать. Где-то, надеюсь, я найду. Фух. Он не может залезть в эти трубы. Здесь мое спасение. Можем упасть. И, кстати, если мы упадем, тут провода я вижу. Может быть, нам даже и стоит. Что у нас там? Погодите, он идет сюда! Блин, урод! Он повсюду ходит. Нельзя предсказать, как он будет себя вести, потому что, во-первых, у него анимация не очень. Он как будто бы сквозь стены проходит. Смотрите, вниз надо идти. А, погодите. Я уже здесь был. Нам нужно выйти отсюда. Нам нужно побежать и зарядить наш маленький фонарик, наш спасительный свет. Без него никак. Так. Вот он. Обходим. Чё-то он как-то прям целенаправленно. Все, экономим. Экономим все вообще. Бежим. У-ху! Так, заходим. Стоп, наверх. Наверх, типа. Или куда? Он прям идет за мной. Он может забраться сюда. Скорее. А! Тихо. Фу. Прям миллиметраж. Так, куда же мне идти? Есть еще один. Блин, я не понимаю. Не понимаю, где он. О! Боже мой. Чё-то он, блин, ускорился на меня. Так, выпрыгиваем. Бежим. Вот он. По-моему, он ускоряется и становится агрессивней. С каждым новым генератором. А мне сколько осталось? Погодите, не время смотреть. Нам еще вот сюда надо пойти. Походу, здесь еще один будет генератор. Я очень на это надеюсь. Давайте наверх пойдем, что ли. Он за мной прямо. Да что ж ты будешь делать? Я запутался. Я не знаю, куда мне идти. О, нет! Выходим. Что за лаги? Что залагало все? Игра зависла. Я, конечно, не игродел. Я понимаю, что это очень большой труд, но вот такие моменты очень бесят.
Outlast первый был вообще без багов. Вообще без каких-либо нареканий. Она была прекрасна. Крутая работа с освещением, с анимацией, со всем. Все было круто. И стоила она гораздо дешевле, насколько я помню. Решил схитрожопить и пока еще не выключать свет, найти генератор сначала и только потом все это сделать уже, когда будет активирован триггер. И значит, один находится здесь. Вот еще один находится здесь. Находим один здесь. 4. Что ж, понеслась. Я все знаю, я все понял. Итак, первый. Главное не запороться и напороться на этого чувака. Потом бежим вот сюда. Хоп, оп, стоп. Ну, давай, пролезь, пролезь, ну кривой. Все, пролез. Идем, 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 идем. Вот здесь прямо. Евгений уже все просчитал. Здесь будет, хоп, второй. Осторожненько, смотрим, что здесь никого нету. Блин, опасность, опасность. Немножко, немножко накосячил. Ладно, нам надо его чуть-чуть отвлечь. Мы можем его отвлечь? Где он вообще? Срань господня. Убежали. Тихо, 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 тихо. Второй, так, второй будет. Сейчас точнее третий. Третий будет. Здесь. Наверх. Идем, идем, идем. Сюда, что ли? Четвертый. И вот здесь пятый будет. Блин, он мне преграждает дорогу. Как ты гадкий упырь, гадкий, гадкий, гадкий. Он ползет. Это крипово смотрится. Вообще этот персонаж мне очень нравится. Он очень неприятный. Знаете, на этих игрушек трудно злиться, трудно считать их прям антагонистами. Ну просто потому, что они не ведают, что творят. Так. Уп. Прибирайся, давай. Они же просто механические. Эта программа в них дала сбой. Они не виноваты. Есть! Как долго я парился в этом месте. Очень трудно было найти. Я запутался так. Встретить Фредди у детсада. Я так понимаю, что эта луна теперь не будет злой. Луна? Давайте на всякий случай вот так сделаем. Луна исчезла. Вот, кажется, вход. Сейчас. Надо зарядиться. Надо сохраниться в первую очередь. Есть. Оп! Все, слава богу. Нарушитель! Нарушитель! Тебе запрещено появляться в детском саду! Угроза безопасности! Сюда можно только сотрудникам! Воу! Грегори, давай! Все! Грегори, иди наверх! Пока мы вместе, тебя не найдут. Так, тут они все взбесились. Как-то этот момент, когда они именно взбесились, почему-то мы упустили. Вот. Эй, пацан, выходи, мы всего лишь хотим тебе помочь. Следите за... Погодите, я сейчас доскажу мысль, что здесь странно было в игре. Мы ползали по вентиляционной шахте и увидели, как они занимаются своими делами, там играют на гитаре, на басу практикуются. Хотя непонятно, зачем запрограммированным аниматроникам практиковаться. Ну, не суть. А потом внезапно раз, мы просто в соседнюю комнату зашли, и они уже все злые и бешеные. То есть как-то не ощутил я момент, что они сходят с ума. В конце каждого часа отправляйтесь на зарядную станцию, иначе вас поймают. Станция отмечена на фаз-карте. Наше время почти истекло. Нам нужно как можно скорее добраться до зарядной станции. Электричество подается на зарядные станции раз в час. В этот момент освещение гаснет. И когда это происходит, по зданию бродит воспитатель детсада. От него не получится скрыться. Я почти все понял. Блин, и ты тоже здесь? Стой, вы просили меня чуть-чуть убрать... не убрать, а сделать...
поменьше субтитры. Где они? Стоп. Субтитры small. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Удобно ли будет нам читать? Наша цель-то какая сейчас? Так. Добраться до зарядной станции. Но для этого нам нужно увидеть карту. Так. Блин. Погодите, но на карте же нет ничего. Он сказал, что она отмечена. А нифига. О, боже мой, нам нужно быстрее искать эту станцию. Для выхода нажмите И. Только идиот будет выходить. Уж нет, спасибо. Опа, смотрите. Грегори, выходи. Что это? Что со мной не так? Почему у меня такое изображение странное? Нажмите Tab. А, что это значит? Вот Фредди. А! Как неожиданно он подобрался ко мне. Там была какая-то комната, подсвечена зеленым, по-моему. Или камера. Давайте, секундочку, быстренько заберем эту сумку и обратно во Фредди. Давай, 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 давай. Шустре. Отлично. Меня дико бесит, как игра устроена. Вот прям раздражает. Все неудобно, все как-то криво работает. Я не понимаю, то Чика сейчас не могла меня поймать, то внезапно этот чувак меня поймал, Луна. То вот надо 1000 раз смотреть эти заставки. Почему нельзя сохранять игру, когда ты усвоил информацию, а не слушать ее по 100 000 раз? Вот, смотрите, Чика подошла. Подошла. Почему она меня не схватила? Блин, ну игра же вроде прикольная, увлекательная. Местами вот эти вот кошки-мышки мне всегда нравились. Это, мне всегда нравился такой жанр игр. Ну вот зачем вот говном этим портить? Давайте еще раз. Электричество подается на зарядной станции раз в час. В этот момент освещение гаснет. И когда это происходит, по зданию бродит воспитатель детсада. От него не получится скрыться. Хорошо, это воспитатель, я так понимаю, Луна. Вот смотрите, он тут ходит такой. Если к нему подойти, он меня убьет? Нет, пока я во Фредди, я в безопасности. Как я так прошел? А, все. Короче, сейчас ночь. Оп, мы нашли место. Я просто нашел. Хрен с той сумкой. Кто это? Это зайчик. Что нам теперь делать? Что это было? Это фонтан. Фонтан — это декоративный водоем, в котором подается вода под давлением. Я не о фонтане. Неужели ты не видел женщину в костюме кролика, что танцевала прямо перед нами? Нет, не видел. Никаких кроликов в мегабицеплексе нет. Больше нет. Это какой-то бред. Будто все в этом месте пытается меня достать. Я не пытаюсь. Почему? Я не знаю. Я хочу помочь тебе. Может, они тоже хотят тебе помочь? Это вряд ли. Ты почему-то отличаешься от них. Продолжаем идти. Хорошие новости. Главная дверь откроется через 5 часов. Хорошие новости? 5 часов? Я не протяну здесь и 5 минут. Сохраняй спокойствие. Если мы разделимся снова, ты всегда можешь позвать меня через часы фаз. Если у меня будет достаточно заряда, я приду к тебе на помощь. Окей, позвать Фредди на Q. Смотрите, мы можем выбраться. Это ж не настоящий? Нет. Тут есть подарочек.
Майка с именем Фредди. Заходим. А где таймер? Где? Куда мне? Что? Окей, хорошо, выходим. Мы, кстати, по-моему, отсюда пришли. По крайней мере, знакомое место. Какая моя задача сейчас? Сбежать из детсада. Сделано. Сделано. Слушайте, по-моему, мы сделали все задания. Что, игра пройдена? Что мне делать? Сохраниться. Вот что надо сделать. Вот эта вот вся процедура, все связано с читанием, с сохранением, все такое долгое и нудное. Ладно, идем, не знаю. Эта дверь не работает, разумеется. Ууу, смотрите, еще один подарок. Тут что-то важное в этих подарках или просто так я их собираю? Мне всякие футболки вообще не нужны. Игрушка солнце. Ладно, это просто collectibles. Что происходит, Фредди, бедный? А вот сюда мы можем попасть? А, мы здесь были. А вот сюда. Нам нужно идти дальше. Теперь ты можешь пройти в главный атриум благодаря своему новому пропуску. Это куда? Грегори, мне удалось найти две возможные точки выхода. Под кафе на этаж 01 расположена главная погрузочная площадка. А в призовом уголке на этаже 3 есть пожарный выход. Взгляни на часы, я отмечу обе локации на твоей фаз-карте. Похоже, что у тебя нет фаз-карты. Ты можешь взять ее администратора на центральном балконе. Забрать карту. Центральный балкон. Где это? Это где? Блин. Ладно, давайте попробуем посмотреть здесь. Правильно? Да, мы почти уже здесь уже. Так, уровень доступа 2. Мать моя. Может быть, мне надо вот сюда поехать наверх. Он же сказал что-то про балкон. Может быть, нам сюда нужно. Нажимаем. Обратно. Что за музыка такая? Мне эта музыка, которая была в детском саду, будет сниться по ночам, потому что неприятно. Я просто очень долго бегал там, пока искал все генераторы и просчитывал маршрут. И она мне просто въелась в голову. Я только сейчас ее и слышу. Ну сколько там нам ехать? Какой огромный комплекс. Скажите мне, я просто по лору FNAF не очень. Это событие до или после основных игр? Или это вообще другая вселенная? Hi. Привет, возьмите эту карту. Такой навязчивый робот. Ладно, я беру. Сколько нужно Грегори, чтобы взять, блин, карту? Почему так долго все это делается? Я же просто взять и все. Окей, вот как нас интересно. Наш робот ждал, получается, такой. О, смотрите, зарядка. Но это для фонаря. Робот, который с нами заодно. Итак, найти погрузочную площадку под кафе на этаже 1. И найти комнату охраны на 3 этаже, в призовом уголке. Смотрите, у нас же теперь карта появилась. Значит, мы находимся с вами на 2 этаже. А нам нужно на 3. Здесь так понятно, где комната, которая нам нужна. А это что? Это подвал, да? Окей, значит, грузовая площадка под кафе на 1 этаже. Погодите, а мы что можем? Мы можем как-то поменять по концовку здесь? Мы можем в разные места пойти?
Давайте вернемся на первый этаж, как-то роднее это. В общем, там я ничего не нашел, вернулся обратно. Возможно, имеется в виду вот эти этажи. Вот это третий этаж, это второй, и там внизу первый. Пойдемте смотреть. Где-то здесь есть кафешка? Стоп, задание обновлено. А, залезть в винт-канал рядом с прилавком Salads and Sides. Salads and Sides. Вон она. Я вижу сохранялку рядом. Не-не-не-не-не-не-не. Кто это здесь? Чика? Должен предупредить, я не могу добраться до тебя, если в том месте отсутствует сигнал радиолокации. Ты можешь обновить свою мини-карту в комнате охраны. Береги себя. Окей, я тебя понял. Мой друг Мишка. Хорошо, сохраняем. Да, сохраняем. Ну что ж, прощай, Фредди. С тобой было как-то спокойно. О, фонарик надо подзарядить. Есть. Погодите, а сюда можно? Смотрите. Похоже, у тебя нет... Ага, понятно. Меня нельзя трогать, да? Это все, иначе я ударюсь током жестко. Буду стараться не трогать. Кто-то может отсюда приползти сейчас. Давайте не будем экономить... Экономить, точнее, будем стамину. Слышите? Нет. О! Какая страшная хрень. Какая жуткая страшная хрень. Продолжаем скатиться. О, отлично. Продолжаем скатываться. Как мы так катимся? Воу. Что теперь? Что теперь? Сохраняем. Взять пропуск в помещении кухни. Сохранили. А мы не в кухне еще, да, пока что? Мы где-то рядом. О, здрасте. Фас, шипучка Фредди. Я обратно. Погодите, где помещение кухни? Карта? Карта, ты подскажешь мне? Хрена непонятно. Погодите, она идет? Прятаться! Где ты? Не понимаю, зайдет она сюда или нет? Наверное, нет. Оп. И непонятно, где она. Мама. Мама. Окей, идем. Тихо, нас не видно. А че ты идешь в эту сторону? А че ты так ускоренно идешь, как будто бы... Как будто бы, блин, видишь меня! Ой, музыка. Да какого дьявола? Побежали! Пожалуйста! Пожалуйста! Я не знаю, где я! Ну где-нибудь можно спрятаться? Тихо! 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 Сохранялка! Окей, мы спрятались! Так, нервозно, нервозно. Смотрите, что это? Что-то можно заказать? Давай, так я жму. Что произошло? О! А, мы нашли пропуск охраны. Мы правильно пришли? Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Чика нашла меня. И я здесь только... Есть одна защитная дверь. Какая досада. Но у меня есть хорошие новости. Похоже, с помощью этой консоли можно воспользоваться системой онлайн-доставки пиццы Фазбер. Что? Как это поможет? Чика обожает пиццу. Ой, я тоже обожаю. Я так давно пиццу не ел. Хорошо.
Заказали. Добро пожаловать в виртуальную систему быстрой доставки мегапицца Плекса Фредди Фазбера. Поздравляем, вы выиграли бесплатные премиум улучшения. Могут взиматься дополнительные сборы. Давайте начнем. Теперь вы управляете одним из наших квалифицированных ботов Пиццайло. Следуйте инструкциям в левой части экрана, чтобы бот приготовил великолепную вкуснейшую пиццу. Так, что мне надо сделать? Питание дверей. Добавить соус. Вот мое задание. Добавить соус. Где можно соус добавить? Так. Стоп. Добавить мясо. Это я неправильно сделал. Говно сделал. Извините. Хрень. Надо было читать. Мясо написано. Эта пицца не соответствует высочайшим требованиям. Хрень полная. Так, это что такое? Это фаз экспресс из печь. Нет. Соус. Добавить. Мы, кажется, не успеваем. Так, все. Хорошо, с подливкой. Добавить сыр. Вон сыр. Ах, как эта чика раздражает меня. Так, нагадили сыром. Давайте добавим мясо. Окей. Хорошо, у нас еще даже есть время. Можем испечь теперь, да, ее? Теперь добавить не мясо. Не мясо? А, нет, не, вот не мясо. Скорее. Скорее давай, бот-пекарь. А что это, если это не мясо? Духовка была бы идеально. Давай, духовочка. Понеслась. У нас нет времени. Мы сейчас не успеем. Придется все заново делать, так понимаю. Ну, это считается? Питание дверей. Нет, мы просрались. Вот оно что. Питание моей двери. И она зашла ко мне. Все, давайте попробуем снова. В этот раз мы заспидранили просто этот квест. Ставим пиццу. У нас даже еще вот только половина. Только половина шкалы. Оу, это можно взять будет. Все, берем. Теперь... чтобы обеспечить безопасную и своевременную доставку. Наш сверхсовременный отслеживатель пиццы позволяет доставить пиццу вам домой или по месту пребывания. Могут взиматься дополнительные сборы за удаленность. Что происходит? Пицца, она чувствует пиццу. Хорошо, она убила бота вместо меня. Это хорошо, это хорошо. Ваша пицца была доставлена. Оцените нашу работу. Мы сохраняемся. И я думаю, на этом мы с вами закончим на сегодня. Я и так уже очень много здесь ковырялся. А, блин, непонятно, или я туплю, или игра очень криво сделана в плане навигации, что совсем непонятно, куда идти сначала, и неоднозначно. Буду теперь просто знать, вот, учитывая опыт этого выпуска, что просто ходи по новым локациям, и все, все будет хорошо. Что ж, огромное всем спасибо, что смотрели, надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Плейлист вот здесь, можете посмотреть весь. Вот здесь другой видос, здесь мой сайт с комиксом, здесь просто подписка на канал. С вами был Южин, друзья, увидимся скоро, всем пять!